Поселение Мамрохпак включено в перечень выявленных объектов культурного наследия Чукотского автономного округа. Заявление о включении нового объекта поступило от главного научного сотрудника Государственного музея народов Востока Кирилла Днепровского, который в этом году возглавлял Чукотскую археологическую экспедицию. Вот первые снимки древнего эскимосского поселения Мамрохпак на Чукотке. Упоминания о нем сохранились в легендах, рассказах и даже в кратком топонимическом словаре, выпущенном в 70-х годах прошлого столетия. Однако ни один археолог до настоящего времени не бывал в этом месте. Легендарный Мамрохпак удалось обнаружить только в этом году в ходе Чукотской археологической экспедиции по исследованию памятников, расположенных в этом же районе. Он виден с моря, туда причалить можно несколько дней в году, понимаете? Мы не смогли причалить. Мы впервые его, по крайней мере, облетели на квадрокоптере. Угу. Вот. Ну и получили первое изображение, так сказать. Вот. Он в дальнейшем будет исследован уже стационарно. Памятник хороший, очень интересный. По предположениям ученых, община эскимосов мамрохпагмитов обосновалась на мысе Дежнёва еще в 15 веке. Поселение было небольшим. На первых снимках можно обнаружить руины около 20 жилищ. Сейчас кадры исследуют археологи и специалисты Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа. Те объекты, на которых раньше жили люди, да, то есть они изобилуют органикой, и на них растительность более яркая, то есть она более зеленая. А если археологически посмотреть, то есть там видно каменные кладки, видно, что структура жилищ, яранги, либо землянки, да, то есть, ну, то есть отчетливо видно, что там определенная группа лиц жила. Подобные круглые жилища с каменными основаниями строили жители других древних эскимосских поселений, расположенных тоже в Дежнёвском массиве. Это уже признанные федеральными археологические памятники Наукан и Нунак. Мамрохпак только начинает свой путь объекта культурного наследия. По итогам экспедиции в начале сентября он был включен в список охраняемых мест. После включения в список выявленных объектов культурного наследия по законодательству у него появляется охранный статус. То есть на них не имеют права вестись какие-то работы земляные. То есть он защищен законодательством. В дальнейшем только исследования ученых дадут ответ, получит ли древнее эскимосское поселение Мамрохпак статус федерального памятника. Сейчас на Чукотке особый статус имеет 81 объект, которые внесены в единый государственный реестр культурного наследия. Большая часть из них, 67 памятников, находится под федеральной защитой. Вероника Токмачева, Арсений Гусев, служба информации.